Ну, на самом деле, технологии – это продукт всего общества человеческого, по крайней мере, так называемой там индоевропейской цивилизации, да, индоевропейских всех народов. Мы знаем, что на самом деле в Силиконовой долине там треть русских и треть индусов. Американцы работают маркетологами и менеджерами, как правило. А что касается программистов и так далее, они как раз все больше русские индусы. Это, кстати, связано с тем, что русский и санскрит — это довольно два близких языка, самых исконных индоевропейских. Они вот наиболее подходящие для... Они близкие между собой и вообще наиболее подходящие, как ни странно, и для программирования, для всего. Это сами программисты говорят, кто этим всем занимается. Потому что многие сейчас в Индию ездят, йогой занимаются. И там они открыли санскрит и узнали, что, оказывается, вот он очень хорошо подходит. Особенно вот англичане столкнулись с тем, что это язык больше для этого подходящий. Поэтому говорить о том, что какая-то есть монополия там англосаксов на там технологии, это определенный исторический выверт. Вот сейчас это так, вчера это было не так, завтра это тоже будет не так. Там половина изобретений, есть огромные обширные списки, энциклопедии, там вообще мировых создано там и немцами, и русскими, и еще кем-то, и так далее, и так далее. Поэтому это единый такой мировой коллективный разум, который, ну, никому не принадлежит конкретно, и в этом смысле всякие там авторские права, попытки застолбить там за собой что-то, это ограничение конкуренции, это на самом деле очень вредная вещь для прогресса. К сожалению, вот от американцев больше это исходит, как их именно английское право и право на интеллектуальную собственность, которую они в рамках английского права развивают, это совершенно вредные вещи, с которыми нужно на самом деле расставаться. И чем скорее человечество расстанется, тем будет лучше.